Всем привет из прошлого! С вами Артем Кудрясов и Kia Motors Russia. Вы спросите, почему из прошлого? Да все очень просто, потому что у вас уже конец июня, жара, Сочи, а у нас Москва, конец мая, холод и крытый стадион. Но это только к лучшему, потому что мы находимся на российском этапе чемпионата по мини-футболу Kia Champ Into the Arena 2K17. Kia это типа 1000, да? Как бы сейчас молодежь так шутит. Погнали! Сегодня, а точнее тогда, месяц назад, на крытой площадке Локомотива в Черкизове собрались 15 футбольных дружин. Kia Champ – это не просто турнир, это чемпионат, который стал хорошей ежегодной традицией. Вот уже 5 лет Kia Motors поддерживает любительский футбол во всем мире и организует самый крутой любительский чемпионат по мини-футболу. В этом году российский этап посвящен Кубку Конфедерации, который впервые пройдет в нашей стране. Организаторы постарались на славу. Отличный настоящий газон, настоящие раздевалки, настоящие мячи красава, арбитры, форма, прекрасные болельщики. Все, чтобы участники чувствовали себя настоящими футбольными звездами. Спасибо, что пригласили на турнир. Турнир очень хороший, понравился. Какая все-таки страна победит в большом финале в Сочи? Россия, конечно. Россия. Я не знаю, кто играет еще. Португалия. Мы будем болеть за Россию. Давайте перезапишем, как будто все сказали Россия. И какая страна победит? Россия! И пусть турнир носит любительский характер. Битвы на полях разворачиваются вполне себе профессиональные. Это и понятно. Главный приз – путевка на Kia Champ Into the Arena World Finals. В финальной части турнира сойдутся победители своих региональных этапов. Всего 12 команд от каждой страны-участницы Кубка Конфедерации. Как и полагается, в победе наших ребят никто не сомневается. В течение 2 дней мы следили за тем, как на полях Kia Champ выкладываются парни. Выкладываются по полной. Я хочу поздравить в очередной раз команды-победительницы. Кайзер, Либо, ЦДК. Именно эти три команды будут представлять нашу страну в большом финале в конце июня в Сочи. Оставайтесь вместе с Kia Motors Russia. Подписывайтесь на наши социальные сети. Следите за роликами с Кубка Конфедерации. С вами был Артем Кудрясов. И у меня на сегодня все. Спасибо и пока.